Я рада, что вы вернулись. Не хочу показаться эгоистом, но я за себя волнуюсь. Это нормально. Но мне нужно знать больше. Депрессия и все в таком духе – это не про меня. Лейла должна понять, что она родилась чернокожей, и она родилась женщиной. Вы закрываетесь. Стоит мне только намекнуть о масштабе проблемы. Это не тот диагноз, который ждешь от того, кто лечит вашего сына. Бессонница, кошмары. Да я не спал уже 6 дней. Я за тебя волнуюсь, Лейла. Вы ничего обо мне не знаете. Я всегда буду о ней заботиться. Не сомневаюсь. Я вижу намеренное игнорирование очень серьезных проблем. Я не хотел, чтобы так вышло. Это уже не имеет значения! Конкретно эту тему мы больше не обсуждаем. Эти люди ждут, чтобы я сказала им, как пережить это время. Если бы вы были своим пациентом, что бы вы увидели?